улице идет дождь. Последний день нашего пребывания. Погода, конечно, испортилась. Жалко. Покупаем электронные билеты на проход в Исаакиевский собор. Колоннада стоит 300, а в собор 400. Исаакиевский собор является одним из символов Санкт-Петербурга. Строительство храма неразрывно связано с историей города и отражает архитектурно-художественные и градостроительные тенденции от начала 18 до первой половины 19 века. Массивные двери. Собор освящен во имя святого преподобного Исаакия Далмацкого, в день поминовения которого родился основатель города царь Петр I. Существующий ныне собор является четвертым храмом, построенным в Петербурге во знаменование дня рождения Петра. Первая Исаакиевская церковь была освящена в 1707 году. Она имела временный характер и помещалась в чертежном амбаре напротив Адмиралтейства. В этом храме 12 февраля 1712 года венчался Петр I и Екатерина Алексеевна. 6 августа 1717 года Петр I заложил первый камень новой Исаакиевской церкви, уже каменной. Ее возводили в течение 10 лет. Удлиненное каменное здание с колокольней, увенчанной шпилем и украшенной курантами, напоминало по облику построенный примерно в то же время архитектором Трезини Петропавловский собор. Церковь стояла на неукрепленном речном берегу, приблизительно там, где сейчас находится памятник Петру I «Медный всадник». Из-за осада грунта в ее стенах и сводах появились трещины. И в 1763 году здание было разобрано. Екатерина II чтила память императора Петра I и посчитала своим долгом отстроить Исаакиевский собор заново. Работы начались в 1768 году по проекту Ринальди. Церковь была задумана как изящное строение в стиле барокко с пятью главами и трехъярусной колокольней. Строительство продолжалось 34 года. Достраивал храм в царствие Павла I архитектор Бренна, вынужденный по приказу императора упростить и исказить замысел Ринальди. Непропорциональное и приземистое сооружение не соответствовало парадному облику центра столицы. И в 1809-1813 годах были объявлены конкурсы проектов перестройки Третьей Исаакиевской церкви. Высочайшее одобрение получил проект молодого французского архитектора Монферана. Исаакиевский собор строился 40 лет, с 1818 по 1858 годы. Его возведение стало важным этапом в истории русской строительной практики как по грандиозности размаха, так и по сложности инженерных задач. Одной из таких задач было устройство фундамента сплошной каменной кладки высотой 7,5 метров, скрепленной металлическими связями и заложенной на 24 тысячи свай. Не менее сложной оказалась установка на портиках 48 гранитных колонн. Способ ручной выломки гранитных монолитов изобрел выходец из Вологодской губернии, каменотес и подрядчик Самсон Суханов. Гранитные монолиты вырубали в карьере Пютерлакса вблизи Выборга. В Петербург их доставляли на баржах при помощи первых в России буксирных судов. Для установки колонн возвели строительные леса со сложной системой блоков и 16 поворотными кабестанами. Оригинальная система устройства лесов давала возможность 128 рабочим поднимать и устанавливать колонну высотой 17 метров и весом 114 тонн за 40-45 минут.
первая из 48 колонн портиков была установлена 20 марта 1828 года. За ее подъемом наблюдали император Николай I с семьей и многочисленные иностранные гости. Это впечатляющее зрелище привлекало русских и заграничных ученых, не говоря уже о жителях Петербурга. О подъеме колонн говорилось и писалось как о крупнейшем достижении строительной техники. В отличие от сложившейся строительной практики, колонны четырех портиков поставили до возведения стен храма. Стены строили из кирпича, скрепленного известковым раствором и коваными железными связями. Одновременно с кирпичной кладкой выполнялась мраморная облицовка. Блестяще была решена задача сооружения купола диаметром 25,8 метра. Купол собран из металлических конструкций и покрыт снаружи золочеными медными листами. В истории строительства это один из первых случаев применения металлических конструкций для перекрытия здания огромной площади. На строительстве собора широко применялись различные технические новшества. Например, для перевозки мрамора между Невой и строительной площадкой в 1837 году была сооружена железная дорога – первый рельсовый путь в истории Петербурга. Исаакиевский собор, возведенный по проекту Монферрана, стал одним из крупнейших купольных сооружений Европы. Грандиозность храма определяют его размеры. Высота 101,5 метра, длина 111,28 метра и ширина 97,6 метров. Мы идем на колоннаду. Мы отправляемся на колоннаду. Чтобы попасть туда, нам придется преодолеть 262 ступеньки, так как лифта в Исаакиевском соборе нет. Большая часть ступеней расположена на каменной лестнице, 211 ступеней. А последние 51 ступень – это уже железная винтовая лестница на открытом воздухе. Ого! Как тут? И Питер нас встречает дождем. Ха-ха, одеваться надо. Да-да-да. Дождь льет очень сильный. Мы уже промокли.
Но мы не сдаемся. Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метров над землей, под золоченым куполом сооружения. Всю конструкцию поддерживает 24 колонны, каждая из которых имеет высоту 14 метров. По всему периметру колоннады расположены 12 огромных витражных окон. Смотровая площадка на колоннаде Исаакия – это обзорная площадка открытого типа, выполненная в виде круговой дорожки под куполом собора. Панорама обзора 360 градусов. Так, мы идем на выход. Да, блин, погодка сегодня. Не-не-не, давай, щелкай быстренько. Щелкаю. Спускаться намного легче, чем подниматься. Мы спускаемся. Чтобы не бояться, надо наоборот преодолевать. Ну, вот я и пытаюсь. Так, свобода.